Конго 15 человек погибли в столкновениях, которыми закончился матч между двумя местными звездными клубами «Мазембе» и «Вита». Еще свыше 20 получили различные травмы. Все произошло на столичном стадионе. После того, как игроки «Мазембе» забили первый гол, фанаты соперников начали забрасывать их камнями и мусором. Из-за этого судьи несколько раз останавливали игру. А после того, как мазембийцы одержали победу, между болельщиками обеих команд началась жесткая массовая драка. Остальные в панике бросились к выходам с трибун, из-за чего рухнула одна из стен стадиона. Под ее обломками погибли несколько человек.